Знаете, сколько вы бросили? Мы бросили, я вам сейчас скажу. От силы 300. Народ водили туда-сюда. До одного алкаша 10 раз водили. Нет. 300 я бросил. Где-то часа в 2, в 3. В период 20 минут моего отъезда с Серниковым и с Муратом в школу, перед отъездом я подхожу к Людмиле Васильевне. Зачем я к ней все время подходил? Я смотрел на последнюю циферку, и я имел право смотреть эту последнюю циферку. Любой имел право подходить и спрашивать. Сколько на каждое? Ну, не на я посмотрел. 400. Школа обратно. Приезжаю. 20 минут. 900. Подождите. Алексей Васильевич. 900. Во-первых, вы тоже не еленитесь. Я вам штук 60 голосов сделала. Что такое 60? Против... Вы бы этого не набрали. Как и Авдеев, как и вы. Вы бы этого тоже не сделали. Вы Авдееву 300 вписали. Авдееву я ничего не вписывала. Я вам хлеб. А кто сидел и рисовал? Кто 300 рисовал? Авдееву людей столько не было. Это каждый день. Я не знаю, может, Ольга еще кого сажала. Я вам обещала попортить. Я испортила. 217 вот бюллетней. Это вот то, что сделала я. Я все свои перечеркну. Там вон мой почерк. Берите, смотрите. Если там есть 217 порченных. Сколько всего испорченных? Всего испорченных пока показано 217. А делали 300 бюллетней. Сделано бюллетней 800. Да ну. Нет. Только не 800. Нет. 800 физических мы не сделали. 500? Нет. С 2 до 3. Нет. Это 500. Нет, 800 не сделано, я вам честно говорю. А 500 говорю. Сделано? Около 500, да? Может быть, но не 800. Нет. 500 это в разовую партию, сразу 500 вошло на цифру. И до этого, значит, я тоже смотрел, где-то часов в 10 было вброшено 300. То есть я смотрю... Вы сейчас говорите? Не, а вы когда были главой, у вас была команда, как мы в том году вас спасали, Гордеева делали? 950 сбросили. Мы 50 погасили. Это было нормально? Было брошено. В том году было голосование, пришло 216 человек. А погасили 50 бюллетней. В том году, когда за Гордеева? Да, а вы как думали вас спасать? Вы-то главы здесь хорошие сидеть. Он нас вызвал и сказал, нахуй завтра пишите заявление. Вот и все. И вы тогда тоже. Мне здесь не работать. Вы молодцы, а мы как проститутки под вами. Ни за копейки не дав никто никому. Алексей Васильевич. Тихо. Присядьте. Тихо. Послушайте, не шумите. Давайте без эмоций. Тихо. Смотрите. Филипцова когда спасали. Тихо. Что, забыли, как мы вас спасали? По комиссии. По Филипцову, когда вам пришла, вы нас посадили, установка Филипцов. А он хуй проходил, Филипцов. При вас. Забывается все. Вы когда главы бываете. Вы прогнали Филипцова. Я с ним на ножах когда был. Вы что? Нет, у вас была установка. Вы нас посадили и сказали. За Филипцова никого не было. Этого я не мог. Ага. Еще будем. Здрасте. Алексей Васильевич. За Филипцова я не мог сказать. Приобручники. Помните, я чуть пыль нарезала. Я потом президентский ответ. Там, да, там было жестоко. Вот. Что приказывали натворить? А это было вообще первый раз в истории выборов. Я до этого в выборах участвовала. Может, где-то 5-10 голосов. И то, мы члены этого и не видели, и не знали. Вот. Может, кто-то один должен был знать, разнести кого-то. А когда по школе, вот, при вас тогда, помните, мы тут сидели, Мамонтова была председателем комиссии. Вот. Здесь была Любка Шедогубова. Вот Мамонтова сидела, Шедогубова, я. Темно было, зима. Вот. Декабрь. А вы вот тут сидели. И когда вы... Я вам напоминаю, вот послушайте, вы только не переводите. И когда вы сидели вот здесь, и, ну, типа, надо, мы понимали, что ладно, надо. Масштабов, ну, я ну не ребята, знал масштабов, ну, ребята, почему? Вы говорили проценты, 98. Я с вами спорила, аж поругалась, говорю, да вы что, да вы опомнитесь, проценты какие 98, 90... не я говорю. 98 единую, не явку, а единую. А с явкой они что сделали? Они явку не требовали, они 98 едины. Когда проголосовали, вот. Позвонили и говорят, вскрыли урны. Все. Ну, уже цифру они знали. Вот. Так, что там у вас реально? Картина.
что-то, да? Нет, они сказали, а как 98 единиц в день? Остальные попортить. Ладно, начали портить. Но испортили мы половину бюллетеней, испортили. Чтобы 98 вытянуть ее, надо половину убрать. Вот, ладно, испортили. Написали протокол, все, приехали туда. Там орали. Нас не пустили. Мы приехали поздно. Нас не пустили в основной, это самое. Нас пустили и завели неподручник. Закрыли изнутри. Он сидел, изнутри мы с ним закрыты. Сидел клуб. И Мамонтова сидела с секретарем, и я с Файкой приехали по нашей. Обручник говорит, давайте протокол, даем протокол. Он его смотрит. А у нас явка была 800 с чем-то человек. Он берет в этой графе ручкой, вот так, на чистом протоколе, ручкой пишет, к моему там 800 и какие-то копейки, пишет, плюс 700, поворачивает, тут Единая Россия, пишет, плюс 700, говорит, у вас чистый протокол с собой, и на Файку переписывайте, она секретарь, я на Мамонтову, Мамонтова председатель, она говорит, пишите, мы уже переписали, и нас не выпустили. И сделали вот этой припиской, сделали 80% явку. У нас было 1900 с чем-то по списку, а 1700 у нас явку охерительную. Я чуть кони не нарезала. Такого ужаса. Вот что они делают. А что вы сейчас вмешались-то? Вы что, ушли из... Я? Нет, что вы пошли сейчас? Вы же тогда сказали, все, я ухожу. Навсегда. Я ушла, все, но меня опять засунули просто членом, просто потому что... Некого, вот все вообще не понимают, вот вообще даже просто со списками работы. Я простой член, я не председатель, ничего. Поэтому ко мне какие вопросы? Я с вами общаюсь в частном порядке, я вас просто призываю к чему? Что Алексей Васильевич, эту систему наглую, оголтелую, не победить. Я просто предупреждал, ребята, я вас... Нет, значит... Не надо было тогда хотя бы, допустим, Авдеева писать. Нарисовать Авдееву 300, когда за него всегда писали 20. Я не знаю. Я просто такого нет. И мне не надо было. Я знаю, что меня вписали. Вас вписали. Наташка, вас вписали. Вот. Я знаю, вписали. И знаю, где вписали. И мне этого не надо было даром. Это что? В смысле, где и что? Меня вписали там, где вот мои все, допустим, там, где иду я, и где я иду не с единороссом, это мои. А там, где идет Мордасов, Сунгуров, Черников, Черных, это вписанные. Вот эти вот их голоса, которые им по 300 голосов писали. И вас туда тоже приписали. И частично. В разных этих кое-где чистый, вброшенный. Вот. Это где идет вброшенный, значит, по нашему участку, Авдеев, Сунгуров, Черников, Черных. Вот как ты видишь, вот это вброшенный, чистый вброшенный. Это я заранее сказал еще до начала выборов. Вам не надо было идти на этот участок. Зачем вы в эту кутерьму, где это самое? Где... Они все такие же. Вот а там себя. Меня вообще хрен кто знает. Да наоборот, вот там-то вас меньше всего и знают, и лучше всего бы было вам. А тут народ... Не надо было писать, хотя бы Авдеева. Ну, я не спорю, я невозможно. Кто вписывал Авдеева, кто писал? Ну, сколько человек сидело на вписывание? Алексей Васильевич, я не знаю. Проверить количество очень легко. Они уже обосрались на Вале, на Валиной свекрови. А что это получилось? Я не поняла. Очень легко. Шо? Валя была настроена прийти и сделать здесь скандал. Из-за воды, из-за света. Она думала, что значит, это политика, что это государство. Потом утром она узнает, что это Аверьянов. Ну все, на кого тут? На Аверьянова здесь это ругаться политика. Ну он же где-то копал и сам отпирал. Да, но это к выборам не относится. Ну, да, она приходит, все, ее лишили всех этих.
Она приходит, и тут ей делают огромный подарок. Прямо на блюдечке с голубой каемочкой. Анна Алексеева, свекровь Алексеева. Она за себя расписывается, смотрит. За свекровь расписались. А свекровь в Воронеже больная, не ходячая. Ну, она что-то не живет, бабка, да. Она, бабах, вы чего? И все, и комиссия поплыла натуральным образом. Все, вот она, это криминал. А не, это ошибка, это Валенбах. Какой Валенбах? Валенбах не приходил. Лучше Валенбаха вписали. Поехали к Валенбаху. То ли его вообще нет, то ли он правда пьяный был, послал их куда подальше. Вот, то есть выход пришел, внизу строчку над Валенбахом точно так же запомнили, он точно так же расписался, но он не расписывался. Ну, за него, типа, он пришел, и вроде как бы, и типа за него как бы расписали. А, так. Ой, Алексей Васильевич. Просто у каждого был список, вот тот, вот, который у вас есть, у меня есть, на это, список жителей. Они берут и... После обеда бабулик всех фигачит. Вы на эту тему громко заявите. Что? Ну, могу или не могу? Нет, вы можете все. Или надо, или не надо. Я вам говорю, вам это надо. Алексей Васильевич, ну вам это особо, надо. Особо нет. Ну согласитесь, ну вам это не особо, надо. Особо нет. Ради бога. Ну вы же были в этой системе. Вот. Я понимаю, что это тяжба. Вот. Вы им, так сказать, особо если, ничего не... Если бы я пошел, то все бы обосрались. Все знают. Потому что это не то да. Разовое, а потому что я распишу по пунктам. Когда был вброс столько, когда был вброс столько, потом я специально контролировал. Потом возьму список, и по этому списку я прям покажу. И можно элементарно пройти, просто взять... За месяц пройти, взять всех недовольных, по это их достаточно, из 15 человек, вот уже 11, дать по каждому эту и прям по списку проходить. Голосовал? Нет. Ходил? Нет. Достаточно 50 человек, которые напишут нет, и все пойдет нафиг. Я прекрасно это понимаю. Вы на это пойдете? Вам это надо?